Гигантские ножницы украшают сквер на улице Бенковске в районе Тракия. Да, этот сквер был образован, сделан жителями района уже в позднесоциалистические времена. Вот этот дом новенький, 2000-х. А вон хорошо отреставрированный, отреновированный дом 30-х годов прошлого века. Сейчас основная застройка – это либо позднесоциалистический период, дома, поставленные на месте сломанных маленьких домиков ракийских беженцев. Вот, такое классическое, хорошее, блочное строительство эпохи функционализма. Неважно. А вот классические блочные панельные дома и снова то, что строится сейчас –